Я теперь миллионер! Я выиграл 1 миллиард баксов! В тюрьму, что ли? А, то есть ты меня хочешь посадить в тюрьму? Спасибо, папа! Поздравляю, сынок! Сегодня твой день рождения! Ура! Но... Что это за безобразие? Это суперконтент! Папа! Папа пришел! Это психоз! Купим тебе порцию плова с люля. Ты же давно хотел попробовать что-нибудь, кроме картошки. Побаловать. Мы решили тебя побаловать. Спасибо. Все-таки... Если у тебя тоже уже начинается школа, успей за 3 секунды поставить лайк и подписаться. Узнаем, сколько нас. 3, 2, 1, мур. Так. Он играет в Гренни. Да ты чего? Чтобы заманить эту старуху Гренни. Всем привет, с вами Рейсмоси, как обычно, Балди. Привет. И сегодня будет смотреть самый новый анимации про Скулбоя, потому что школа уже началась. Опаньки! Обалдеть. Заходи в баньку, бабуся. Бабуся. Пропарь свою кругу. Она там сейчас зашкварится. Точно, запарится. Ой, мама! Мама! Мам, там сынок Гренни. Она еще сопли вытерла или что? Она опять луковый торт делает. Я люблю мамы на луковые пироги. Они очень классные и смешные. Блин, кто там звонит? Не вовремя. Вообще. Мария Ивановна? Мария Ивановна? И что ей со надо? Со школы? Чего? Здравствуйте, я слушаю. Бла-бла-бла-бла-бла-бла. Чего? Вы уверены? Баловался? Баловался? Опять на уроке? Я все поняла. Не переживайте, я со своим мужем все компенсирую. Он что-то сломал? Ой. Но он у меня сейчас отхватит. Ребят, большое спасибо каналу DH Animation за такие анимации классные. О, нет. Все, сидишь, играешь в игры. Да. Ничего не хочешь мне рассказать? Нет. Да, вроде нет. Ты вообще про что? Я про разбитую школьную вазу в кабинете математики. О, нет. Так, а я тут при чем? Не я же ее разбил. Ты мне зубы не заговаривай. Учительница сказала, что это ты разбил. Да не я это, она все врет. Врет учительница? Полиция? Привет, семья. Папа? Я дома. Он работает в полиции. Вот сейчас отец придет, с ним и разговаривай. Я уже устала с тобой нервы тратить. Что за шум? А драки нет. А это ты вон у Андрея спроси. Ну, рассказывай, что опять натворил. Да ничего я не натворил. Учительница думает, что это я разбил вазу. А кто это тогда? А я ничего не разбивал. А кто это сделал? Разбил вазу, значится, на прошлой неделе. Сломал стул, до этого шторы порвал в классе, испачкал стены краской. Да когда это уже закончится? А у них школа животных? Да все, что ты перечислил, это вообще неправда. Просто училка хочет, чтобы так вы сделали ремонт в классе. О-о. За ваш счет. Нет, ну ты посмотри на него. Вот сочиняет. Вот это меня. Андерсон, ей-богу. Так, меня это реально достало. Ты едешь со мной. Ой. Пошли. Поехали в школу. Пусть он там сам докажет, что это не он делал. Мне жалко, Андрей. Мне кажется, это не он. Мне кажется, это не он сделал. Его подставили. Или учительница просто хочет. Может, это подставить. Игорь или Викуся? О, точно. Игорь. О. Смотри, он его посадил в полицейскую. Папа, а зачем мы сюда едем? Я хочу тебе показать обратную сторону жизни, которая у тебя может быть, если ты продолжишь хулиганить. В тюрьму, что ли? А, то есть ты меня хочешь посадить в тюрьму? Спасибо, папа, ты очень добрый. Такие машины полицейские крутые. Вылезай давай, чё сидишь? Как преступника привёз. Ну, откройте мне дверку, пап, ну, пожалуйста. Хорошо, что хоть не в наручниках. Ну, вот именно, а то было бы вообще жопа жопой. О, да, они пришли в полицейский участок. О, нет. Он сейчас пойдет ему, наверное, показывать преступников. Это камеры. А он с тормозком? Да. С одеждой. Ну, заходи в хату. Ничего себе. Пап, ты шо? Папа, ты что, в своем уме? Папа, соберись. Папа, это его... Это твой сын. Почему тут только одна койка? Как говорится, в тесноте, да не в обиде. Вот это папа, да. Ну ты это... Пока располагайся. Кто? Не стесняйся, дорогой. Вау. А можно было его посадить с ним? Вацук, я теперь миллионер. Конечно. Я выиграл 1 миллиард баксов. И теперь могу делать, что я захочу. Как ты же сделал? Цепь вот себе купил. И машину новую называется Фетучини Хуракан. Спорткар, если ты не знал. А мамка твоя пусть голодает. Фетучини Хуракан. Она в меня не верила. Но я поднялся и скоро в небоскреб перееду. Андрей, я в шоке. Батя твой меня опрокинул. И теперь я бомжую, жрать нечего. Лук заканчивается, и цветы увяли. У него деньги есть.
Но он ничего делать не хочет. Сынок, ты давай сбегай из дома. Так с папой не жить. Я буду делать вид, что тебя не вижу. Собери денег и давай свалим отсюда. Поздравляю, сынок, сегодня твой день рождения. Да ты чего, Туша? Но мы забыли купить тебе подарок. Поэтому ща поедем на рынок. Купим тебе порцию плова с люля. Ты же давно хотел попробовать что-нибудь, кроме картошки. Мы решили тебя побаловать. Люля! Все-таки твой день как никак. Побаловать. Но если ты к нашему приезду не выучишь все уроки, подарка ты не увидишь. Мам. И еще, сынок, если ты, как в прошлом году, устроишь вечеринку дома со своими глупыми одноклассниками, я вас всех ремнем выпарю. Ура! Ну, наконец-то я закончила эти уроки. Это мамы! Пойду схожу проверю, как там мама. А это школа в ТикТоке, да? Да. Я знаю, что она мне не разрешит и наругает. Ну и все равно попробуй, такой оптимистичный. Мама! Мама, я сделал все уроки. Можно мне, пожалуйста, прочитать? Пожалуйста! А я не поняла, а почему ты не обедал? Я не голоден. Он и так плотненький. Только аккуратно. Спасибо, наконец-то меня отпустили. Главное, теперь папе не попасть. Попался! Куда это ты намылился, а? Хорошо. Я наказан 200 приседаний и любимый ремень. Наказан? Нет. Ща папка съест свои любимые пельмешки и присоединится к вам играть в футбол. Вау, круто! Ну ладно, пап, приходи скорее, я побежал. Друзья! Футбол! Господи, я не верю, я что, в раю? Сколько он сделал приседаний, говорите? О май гад! Ра-ра-ра-ра-ра! Все, Андрюша, Марка, походу теперь я бомж. Без телевизора будет сложно, но думаю, я справлюсь, найду себе бомжиху и будет у меня много маленьких бомжат. Не смотри на меня так, сынок, твой папа и так не работал, целый день телек смотрел, гонял электричество. Забудь про него, найдем другого папу. Под кустиком. Иди учи уроки. Если все-таки подпишется. Подпишитесь! Если подпишется, то я не только дверь исполню, но даже побреюсь на лысо. На лысо? На лысо. Друзья, вы сами все слышите. Я бы хотел посмотреть Вику лысой. Скорее подписывайтесь, вот будет ржака. Лысая Вика будет тверкой. Такого Ютуб еще точно не видел. Ладно. Хватит мечтать. Пошлите уже к этому рыбаку. Узнаем, кто он на самом деле. А что, больше некуда пойдем? Пойдем, Игорь. Стой, как стол. Как он так ходит? Слушайте, чё-то я очкую немного. Может, ну его нафиг. Не стоит туда идти. Да не очкуй ты, вот все нормально. Смотри, он идет как грозно. Такое. Они давно хотят узнать, кто это такой. А если он откажется давать интервью и вместо этого даст нам по морде? Ну вот ты и узнаем. Тогда держите меня семеро. Я ему покажу, где раки зимуют. Какой храбрый Андрей. Это он тебе покажет, где раки зимуют. Храбрый Андрей такой. Так, все, мы пришли. Игорь, иди сюда. Ты же оператор, снимай его поближе. Это заброшка. Здравствуйте. Вы кто такие? Я вас не звал. Идите на... Ой. Зря он так. Зря он, мы к нему придем. Ну, звездец, сейчас Андрюха разберется. Ну че, Андрей, как ты? Плаки-плаки или нормалдаки? Плаки-плаки или нормалдаки. Я не до приколов. И вообще выключу камеру. Ты че угораешь? Сейчас наоборот все зрители хотят посмотреть на тебя. Слушай, Андрей, или как там тебя зовут, ты извини уж. Я же не знал, что вы пришли просто взять у меня интервью. Да и вообще, ты сам ко мне полез. А зачем сразу по лицу добить? Я так то еще ребенок. Понятное дело, я слабее вас. Ну ладно, не ной, ты же мужик. Я мужик. Давай я заглажу свою вину бесплатным интервью. Бесплатно. А это отличная идея, Андрей. Ну-ка посмотри в камеру. Что тебе надо? Да уж, вот это у тебя макияж. Макияж! Скорее, у него нет макияжа. Скажите, пожалуйста, почему многие вас называют маньяком? Да меня как только не называют. Называют лешим. Подшельником или еще как-нибудь почище. А чего бы вам хотелось? Ну, например, точек у вас нет. Покушать! Как хорошо бы мне, чтобы были у меня крылья, улетел бы я и щебетал бы всю жизнь. Это очень весело. Он еще и сумасшедший, Лера! Да конечно, он с психушки сбежал, вообще. А мне летать. Хорош, хорош. А мне летать. Снимайте, снимайте, это классный контент. О, Господи. Ахуака. Вот так. Вот так бы я летал над вашими головами. Лера, звони в больницу. А вы не думали стать более цивилизованным? Алло, 9-1-11, заберите у вас. Ты стенки-то открой, вот вас и цивилизация. Видите, какая гадость крупом. Все обкакано. И, пожалуй, последний вопрос. Вы женаты? Или, может, у вас есть женщина, которая вас любит? Вас вообще?
Хоть кто-нибудь? Хорошо. Женщины меня любят и приходят иногда из деревни по нескольку человек. Они знают, что я в этом плане очень сильный. Вау! Ой! Мы все поняли, спасибо. Так отдубасил, сильный, конечно. Подпишитесь. Рыбак. Не забывайте про 15 тысяч подписчиков в Телеграм. Всем пока. А теперь я хочу гонять лысого. Что? В каком смысле? Попался! Вау! Убегай! Игоря гонять! Убегай, Игорь! Друзья, это нечто! Что? Я вообще не ожидал, что менее чем за сутки мой телеграм-канал преодолеет отметку в 15 тысяч подписчиков. Я не был готов к этому. Мы тоже. И поэтому приношу извинения за то, что анимация вышла чуть позже. Ну ладно. Вика выполнит свое обещание прямо сейчас. Да ладно! Вика! Вика, прошу на сцену. Вика такая, блин, ребят. Какого лешего? Вика, ты почему не побрилась на лысо? В смысле не побрилась? Я вообще-то побрилась. А где? Где? В каком месте ты побрилась? А на голове почему у тебя волосы? В смысле на голове? А о чем договаривались? А, я должна была побрить голову. Ну да? Ну капец ты. Вот держи. Я стащил у отца. А, спасибо, добрый. Волос. Давай брейся, а потом тверкой. Ты представляешь, Лера, что сейчас будет? Записывай. Ну же, давай брейся. И напиши. О нет. Капец, Вика. Ты вылитая солдат Джейн! Вау! Еще шутка. И я тебя пополам переломаю, Андрей. Ты меня помнишь? Вау! Все, все. Шутки в сторону. Бегуся! Давай! Начинай тверкать! Все уже заждались. Рубай музло. Вау! Вау! Слушай, мне кажется, и короткая стрижка даже идет. Вообще. Что происходит? Что это за безобразие? Это суперконтент! Папа! Папа пришел! Это психоз! А где мама? А где Андрей? Звоните в дурку! Вызывайте скорую! И позовите вот этого еще лешего! Да, этого! Долго странно! Папа, сейчас скоро зайдет, смотри! Ребята, не спрашивайте мое видео, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, жми на колокольчик, чтобы пиртнуть на новое прикольное видео. И увидимся в следующем видео. Пока! Да сколько можно? Андрей! Вы и так остались после уроков.